Управлять автомобилем без полиса ОСАГО в России запрещено, однако, чтобы купить страховку копейским водителям, приходится занимать очередь в 4 утра. Копейский офис страховой компании «Южураласка» на этой неделе стал самым популярным местом для водителей. Каждое утро у дверей страховщиков собиралось более 40 человек, желающих купить полис ОСАГО. Но обслуживали клиентов только по талонам. Чтобы получить их, водители начинали занимать очередь с раннего утра. Вот люди стоят с 5 часов утра здесь, кто-то даже из 4 стоит. Вчера вообще не мог попасть, приехал. И вот это вот один пункт на весь Копейск. Все. Остальные все там барыги. Без дополнительного не дают. Вот и все. Вчера мы не попали, приезжали. Вот сегодня мы 6:30 приехали, уже 16-е были. Вот стоим, замерзли. Сил нет уже больше стоять. Большой ажиотаж эта тема вызвала в социальных сетях. Пользователи обращали внимание на то, что «Южураласка» – единственная компания, предлагающая купить полис ОСАГО без надбавок. Рекомендовали ехать в челябинские офисы и даже в шутку предлагали купить свои талоны. О причинах появления огромных очередей мы спросили представителей компании. Ситуация гораздо сложнее, чем только Копейск, поскольку связана с тем, что многие федеральные компании сокращают свое присутствие на рынке Челябинска и близлежащих городов. И на самом деле, если попробовать посмотреть, что происходит в других компаниях, то там клиентов нет, просто потому что договоры ОСАГО не оформить. А наша же компания работает на рынке Челябинска. Каким-то образом сокращать свое присутствие мы не намерены, но в условиях, когда клиенты из других компаний вынуждены искать себе другого страховщика и приходят к нам, естественно, образуются очереди. Также представители компании пояснили, что количество полисов, которые можно выдать в течение дня, ограничено Российским союзом страховщиков. А потому продать более 50 полисов в сутки копейский офис просто не может. Система талонов в данном случае упрощает процесс. С ее помощью удается исключить проблему очереди в течение дня. Ведь каждый клиент знает, в какое время ему нужно прийти для покупки страховки.